Всем привет, дорогие девчоночки и мальчишечки тоже, потому что многие обижаются, что я только к девочкам обращаюсь. Сегодня у нас распаковка Василька. Пришел вот такой вот мешочек небольшой, но хорошенький. Сейчас мы с вами его распечатаем. Будет у нас такой обзорчик. Так, один мешок прям так на полку, чтобы не мешался он нам под руку. Пришлось детей завлечь чем-нибудь, чтобы снять распаковочку. И сейчас будем с вами снимать. Вот так вот поставлю, чтобы вы тут все видели. Ну и давайте первое, что начнем. Как вы знаете, Ваня у меня спит на маленькой кроватке. Я вам показывала, в моей комнате эта кроватка стоит. И у него всего на кроватку одна простынь на резинке. Поэтому я заказала ему простынь на резинке размер 60 на 120 и на 10. Что мне кажется, она маленькая будет. Что-то я, кажется, маленькую совсем заказала. Да нет, должна быть хорошо, да? Вот такая вот с мячиками. Померяем, посмотрим. Сегодня как раз вам покажем, как оно оденется на кроватку. Ну, вот такая вот простынка. Кроватку. Ну, если маленькая будет, то ладно. Первый заказ сюда положим. Следующее. Костюм хлопок на 134 ростовка. Это я заказала для Оксаны. У Оксаны все костюмы, все пижамки юные, к сожалению, становятся маленькие. Ребенок растет, поэтому надо что-то другое. Вот такая вот футболка красивая. А к футболке идут вот такие вот красивые с мышками шортики. Шортики с бантиками. Очень классная. Рисунок такой классный. На 134 ростовка. Должно надолго хватить. У нас сейчас дома тепло, так как мы печку топим, да, жара. Вы не смотрите, что я в костюме. Просто я немного приболела, но это в следующем видео узнаете. И поэтому такие легкую пижамку заказала ей. Дальше смотрим. Костюм хлопок 146. Это я уже заказала для Маши. Для Машеньки тоже заказала легкую. На ночь такой костюмчик, ну или дома ходить, вот такая вот футболочка и вот такие вот шортики тоже с бантиком. Футболочка классная, смотрите, какая куколка с пироженками. Маша у нас тоже пироженки любит, и она тоже как куколка, поэтому такой вот. И вот такая вот футболочка. Фу, футболочка, шортики, извините меня, пожалуйста. Шортики с большим таким бантом классным розовым, но Маша у нас розовая, все любит. Поэтому вот такой вот ей костюм. Дальше смотрим, что у нас здесь. Это костюм, я уже вижу по глазам. Это костюм на Ваню, по-моему. Да, на Ваню, на 110 ростовка. Ваня у нас тоже из всего вырос. Ваня нам много всего покупать сейчас. На теплую погоду. На теплую погоду надо Ване сейчас много всего покупать. Поэтому вот костюмчик взяли вот такой вот ему, глазками с такими. Костюмчик такой не сильно теплый, но и не тоненький. Я вам скажу, плотная ткань. Глазки, ростовка 110. И к ним идут еще вот такие вот штаны. Штаны тоже, смотрите, от коленок с ушками идут и с глазками. Глазки, ротик, носик. Ну, очень красивый костюмчик. В следующем видео, наверное, или может быть в этом, увидите, как он будет примерять. Тебе нравится? Света сидит у меня сегодня за оператора и вот смотрит. Ну вот классный костюм, мне очень понравился. Жалко, что не было побольше такой ростовки костюма, а то бы я, наверное, еще и Марине бы точно такой же прикупила бы костюм. Дальше смотрим. Костюм для девочки, это для Марины, да, на 7 лет. Хотя Марине будет только 6 в январе. Ну, я, как вы знаете, я всегда беру с запасом. Дети растут очень быстро. Поэтому вот такая вот кофта
Извините за шум, просто у нас Катя Акулету в руки взяла. Вот такая вот кофточка с таким рисуночком. Кофта, кстати, классная. Тут резиночка такая идет внизу, классненькая. И к этой кофте идут вот такие вот штанишки. Штанишки сразу идут с карманчиками. Классная вообще такая расцветка. Внизу с резиночками. Слушайте, мне нравится. Плотная такая ткань. Вот предыдущий костюм я заказывала Кате и Маше. Розовый и фиолетовый, по-моему, да? Нежно такой фиолетовый. И там немножко не такая ткань. А здесь вот вообще классная ткань. Мне нравится. Тут вот сверху еще выбитая надпись. Причем не нанесенный рисунок, а вышитый рисунок. Это классно. Ну, вот такой костюм. Обязательно Мариночка у нас его померит. Дальше у мужчин моих носки им редко заказываю, поэтому в этот раз носки мужские заказала. Сейчас покажу, какие теплые три пары тут у меня как раз. Илье, Егору и папе. Вот как раз три пары. И вот такие вот еще носки заказала. Сейчас откроем, посмотрю, как они качество. Потому что каждый раз носки разные. Ну, а эти тоже толстые. Тоже три пары теплых носков. Короче, шесть пар моим мужчинам носки. Это классно. Это всегда надо. О, сзади положу, не мешается. Дальше. Чек. Накладная моя. Дальше. Увидала я на Васильке мужскую одежду. Как увидала? Давно там не было ничего нового поступления на Васильке. А если и было, то быстро разбирали. Я не успевала, по крайней мере. И тут я заметила, раздельно продаются толстовки и штаны. Вместе можно сделать костюм. Что я решила сделать? Я заказала Егору брюки мужские, Эверест, теплые, 48 размер. Вот такие вот. Они, ребята, внутри теплые, с начесом. Видно? Они с начесом. Они такие теплые, качество классное. Вот такие вот штаны. Зимой ходить ему во дворе везде, внизу на резинках. Слушайте, классный костюм. Я себе теперь захочу. Штаны, короче, отдельно шли, а кофта отдельно. Штаны, сейчас вам даже скажу, почем. Так, комплект, простыня, мужские носки, мужские, пижама, костюм, толстушка, брюки, 1112 рублей. За такую цену это классно. Вот такие вот брюки с карманами, но они очень теплые, я потом вблизи вам постараюсь показать, какие они. Вот такая вот, короче, такие штаны. И точно такой же расцветки я ему взяла. Толстовка по цене 1272. Она идет с капюшоном. Вот такая вот толстовка, такая внутри классная. Она называется, если что, толстовка Эверест. И штаны тоже Эверест. Там расцветки, ребята, есть разные. Сейчас посмотрим, что состав. Футер с начесом, хлопок 35, хлопок 65, 35 полиэстер. С начесом, видите, и классные. Слушайте, мне вообще нравится. Вот такая вот толстовка, без карманов, но это и нормально. Теплая, однотонная, как у меня Егор любит. Он не любит всякими рисунками, он не любит с принтами, он любит такой однотонный. Он редко что любит с принтом. А вот это вот классно, мне нравится. А нет, карманы есть, ребят, обманула. Вот такая вот я нехорошая. Карманы по бокам есть. Вот в целом, вот такой вот костюм. Дальше, что я заказала? Мне в каком-то видео мои подписчики написали: Настя, на Васильке появились шторы. Как вы думаете, ну что же я могла пропустить этот комментарий? Нет, дорогие мои, по вашим комментариям я выбрала себе вот такие вот шторы. Сейчас мы их раскроем. Мне очень интересно посмотреть размер у них. Сейчас скажу. 180 на 145. Комплект штор из рогожки, чайное ассорти.
Там большой выбор, ребят, шкуры. Это вообще классно. Я хочу во всю квартиру там заказать все шкуры. Так, это вставки, чтобы по бокам сделать две штучки, чтобы собирать шторы в кучу. Так, сейчас посмотрим. Тут две шторки, ребята, вот. Одна и вторая шторка у меня на коленях. Вот ихняя ширина и длина. Что могу сказать? Они прострочены хорошо. Здесь специально есть петельки для того, чтобы вешать. Его длина. Ну, по сути, вы понимаете. И вот такой вот рисунок. Напишите, как вам. Но я довольна. Мне очень нравится этот рисунок. Кофейный. Вот сюда в зал я их и хочу повесить. И посмотрим, что получится. Как повешаю, покажу вам обязательно. Но мне нравится. Я потом постараюсь еще другие расцветки взять. И тоже повесить. На ночь можно, считать. На день, на ночь раскрывать. А на день вот на такие штучки заделывать. И по бокам их крепить. Две такие подвязочки есть. Вот такой вот, ребят, в целом у меня был заказ. Что могу сказать? Что могу советовать? Могу посоветовать все. С сегодняшнего заказа мне понравилось все. Я вот только не знаю, с размером просто не ошиблась я или нет. Но мне кажется, не ошиблась. Мне кажется, нормально. Это как на детскую кроватку. Но сейчас померяю и потом в следующем видео вам расскажу. Костюм однозначно, если я успею, я еще закажу и на мужа, и на старшего сына такие же костюмы получится. По раздельности он получается 2500. Ой, вместе, если покупать вот кофты и штаны, получается 2500. Ну, за 2500 вы сейчас нигде не найдете костюм. Причем с начесом. Футер с начесом, классные костюмы. Поэтому проходите, ребят, по ссылке в описании. Также у них есть еще в Инстаграме. Проходите по ссылках в описании и заказывайте. Всем желаю приятных покупок. Ну, а мы пошли мерить. Всем говорим пока-пока.